2016. Взагалі бюджетна тематика, вона є кожного року складною, кожного року це такий собі челлендж. І сам проект бюджету, і власне бюджет – це така собі як фінансова біблія, де кожна політична сила і кожен експерт може знайти підтвердження своїх якихось тверджень. І кожного року ми чуємо про те, що бюджет є складним, що він будується в надзвичайно важких умовах. І цього року це як зовнішні, так і внутрішні проблеми, це економічна криза, це зовнішня агресія, це загострення політичної кризи і, власне, певне нерозуміння широких верств населення, взагалі, що відбувається і де це світле майбутнє, яке колись має настати. І я хочу сказати, що ми зі свого боку в Українському медіа-центрі реформ розпочинаємо цикл дискусій, які мають на меті пояснити людям, взагалі, що відбувається, коли чекати на покращення, які є орієнтири. І тому сьогодні я дуже рада, що в нашій залі є фактично представники ключових експертних центрів країни, які, я сподіваюся, зможуть нам пояснити, принаймні, ключові орієнтири цього документа. І я передаю слово Павлу Кухті, який почне цю дискусію. Прошу. Спасибо большое, Оксана. Я, наверное, начну с таких каких-то ключевых моментов, на что стоит обратить внимание в этом бюджете, собственно, чем он важен. Чем важен этот документ, что он может поменять и чем он отличается от предыдущих бюджетов. Во-первых, этот бюджет снижает долю государственного сектора, в широком смысле слова, в экономике, что является одной из ключевых реформ для Украины. Почему? Потому что в Украине государственный сектор сильно раздут. Мы там занимаем 9-е, если не ошибаюсь, место в мире по доле государственных расходов в ВВП. При этом страна, в общем-то, бедная, со слабыми институциями, государство плохо функционирует. И, конечно, такой способ распределения ресурсов экономики, он очень-очень неэффективен, он снижает темпы экономического роста. Так вот, этот бюджет частично решает эту проблему. Во всяком случае, делает сильный шаг в сторону ее решения. По нашим расчетам, таким очень примерным, приблизительным, их надо с определенной условностью воспринимать, но они дают такое некое представление о том, что это может нам дать. Это ускорение средней долгосрочного ежегодного экономического роста где-то от 0,3 до 3% пунктов ВВП. Почему такой большой разброс? Потому что даже вот в этом 2015 году мы до конца точно не знаем, какова же сейчас будет доля государства ВВП по итогам года. Потому что за первые 10 месяцев, в общем-то, бюджетные планы сильно недовыполнены, но, как правило, последние 2 месяца их потом интенсивно перевыполняют, и в сумме, в общем-то, есть достаточно большой разброс того, диапазон возможностей того, какова будет доля государства ВВП в этом году. Ну, соответственно, это дает определенный разброс того, сколько даст снижение вот этой доли в ВВП. Но так или иначе, если так ориентироваться на среднее, то где-то до 1% роста в год это может нам долгосрочно дать, что очень-очень важно в наших условиях. Во-вторых, этот бюджет существенно расширяет финансовые возможности органов местного самоуправления. То есть это, в общем, такая серьезная бюджетная децентрализация. Их доходы растут примерно на 40%, и их доля ВВП вырастает где-то почти на 1,5% от ВВП. Это очень-очень существенно, и, в общем-то, это так закрепляет, может быть, те процессы децентрализации, которые у нас сейчас идут, административная децентрализация, я имею в виду. В этом бюджете практически исчезают квазифискальные расходы. Это то, что мы называем квазифискальные расходы. Это покрытие дефицита нефтегаза Украины, рекапитализация банков, пополнение фонда гарантирования вкладов. Вот те все вещи, которые дополнительно делали проблемными наши государственные финансы, последние годы в особенности, они практически сходят на нет. То есть остается там всего 16 миллиардов, и не факт, что они будут там в полной мере израсходованы. Это тоже очень такой большой позитив. Наконец, с этим бюджетом идет определенный пакет структурных реформ, призванных повысить эффективность использования бюджетных средств и использовать ряд незадействованных ранее источников дохода. Например, там идет легализация игорного бизнеса, который запретили в 2009 году, в результате он просто ушел в тень, создалась коррупция, государство потеряло доходы, не выиграл от этого никто, все проиграли, в общем-то этот бюджет
возвращает его обратно в легальную плоскость и позволяет собрать с него какие-то доходы. В том числе, кроме того, наверное, самое важное из вот этих структурных реформ, которые есть в этом бюджете, это верификация, это проверка получателей пенсии, социальных выплат, которая позволит, по крайней мере, вычистить коррупцию и злоупотребление системы пенсионной системы и системы социальной поддержки. Почему это важно? Потому что в сумме это порядка, по-моему, трети или даже ближе к половине наших государственных расходов. Это огромная часть нашего государства, она идет туда, и, соответственно, вычистить коррупцию там, мы, в общем, можем получить очень-очень большую сумму экономии и очень существенное повышение эффективности использования вот средств, которые на эту социальную поддержку и на пенсии выделяются. При этом, в общем-то, существенно растет, наконец, последнее, да, этот бюджет снижает налоговую нагрузку. Снижается в два раза единый социальный взнос. Соответственно, одна из ключевых проблем тоже, если не решается, то мы подходим к ее решению. Это очень высокая нагрузка на налоговая нагрузка на заработные платы. Пятое место в мире по рейтингу Doing Business мы тут занимали, и она существенно снижается. В общем-то, это тоже один из ключевых моментов, который волновал бизнес, да, в процессе вот налоговой реформы. Бизнес коммуницировал, что это одно из ключевых проблем для него. Соответственно, в то же время это приводит к росту дефицита пенсионного фонда, который ложится на государственный бюджет и, в общем-то, создает определенные вызовы для правительства при формировании бюджета. Но как они с ним справились, вот мы сейчас, собственно, рассмотрим подробнее. Итак, если говорить о макроэкономике, да, бюджета, то есть там макроуровне, долях бюджета в ВВП и бюджетном дефиците, то доля государства в сумме всего государственного сектора, доля всего расходов государственного сектора ВВП при реализации этого бюджета по нашим расчетам снизится до 42%, от 43,5% до 49,5%. Повторюсь, в общем-то, разброс достаточно большой, потому что мы не знаем еще, как закончим этот год. При этом будет выполнен целевой показатель по дефициту от Международного валютного фонда 3,7% ВВП, что позволяет нам остаться в программе МВФ и, ну, в общем-то, продолжить работать в ее рамках. В то же время, повторюсь, почти в два раза снижаются собственные поступления Пенсионного фонда и других социальных фондов, то есть они, в общем-то, выходят на финансирование из государственного бюджета. Ну и, наконец, квазифискальные расходы снижаются с 3,3-5,5% ВВП до 0,7% ВВП, что очень-очень существенное, сильное снижение. А если говорить о доходной части бюджета, то, в общем-то, в чем вызов там? Выпадают доходы по импортному сбору. Он отменяется, что хорошо, потому что это действительно очень достаточно вредный и сильно искажающий экономическую активность налог. Да, он, в общем-то, повышает стоимость импорта сырья, инвестиционного импорта, и создает проблемы для развития. Объективно такие вещи лучше не делать, это была временная такая пожарная мера, и хорошо, что она уходит. Кроме того, снижаются поступления прибыли от Национального банка Украины, что опять-таки очень хорошо, потому что это дает возможность Национальному банку независимо и нормально проводить монетарную политику, таргетировать инфляцию. В общем-то, дает надежду, что мы уже не будем иметь таких безумных проблем с инфляцией и девальвацией, вызванных фактически эмиссией. Но в то же время это, конечно же, снижает доходы бюджета, и это нужно как-то компенсировать. И правительство, в общем-то, пошло по пути замещения вот этих выпадающих доходов, в первую очередь поступлений прибыли от НБУ, в основном за счет налоговых поступлений, которые должны расти опережающими темпами. Частью это связано с повышением некоторых ставок, если речь в основном идет о налоге на доходы физических лиц, но в основном, по-видимому, больше связано все-таки с повышением, с каким-то улучшением администрирования, на которое рассчитывает правительство, и с постепенным восстановлением экономической активности, восстановлением экономики. В частности, с этим связан существенный рост поступлений там, на треть налога на прибыль. И, в общем-то, здесь есть определенные риски, потому что если мы
получается, экономическая ситуация будет хуже, чем ожидает правительство, то, в общем-то, возможен недобор доходов, недопоступлений и, соответственно, определенные проблемы. Кроме того, правительство, в общем-то, пытается повысить поступление от государственных предприятий, там, с 4,5 миллиардов до 11 миллиардов они растут, то есть более эффективно использовать государственные предприятия именно как источник прибыли, как источник денег для страны. В то же время, если, в общем-то, здесь будет успех, если все получится и мы соберем необходимые доходы, мы получим более качественную структуру государственных доходов, потому что меньшую роль будет играть эмиссия центрального банка, да, или прибыль, которую центральный банк передает в государственный бюджет. Большую роль будут играть непрямые налоги, что хорошо для развивающихся стран. Почему? Потому что они меньше снижают международную конкурентоспособность, они нейтральны в этом смысле, и они менее дискреционны, они создают меньше проблем при администрировании. И в этом смысле, если все получится, даже просто сама вот это перераспределение внутри доходной части, это уже хорошо, уже по-своему можно трактовать это как реформу. Если говорить о расходной части, то здесь также есть вызов, да, это рост дефицита пенсионного фонда, необходимость обеспечивать его из государственного бюджета, соответственно, необходимость как-то это профинансировать. И правительство здесь пошло на зеркальное фактически снижение расходов. Не полностью, они там снижаются несколько меньше, но не суть важна, это снижение расходов по другим статьям, по другим категориям, которые позволяют компенсировать рост расходов на пенсионный фонд. Это в первую очередь образование и наука, и здравоохранение. Есть даже снижение по обороне, но, скорее всего, это еще продукт несогласованности бюджета, мало, потому что это не соответствует даже решению СНБО, Совета национальной безопасности и обороны. То есть, скорее всего, это будет пересмотрено. Там снижаются расходы на оборону с почти 3% от ВВП до 2,5% от ВВП, а СНБО требовало не менее 3% от ВВП. То есть я думаю, что это будет пересмотрено. Если нет, то, в общем-то, это опасно, такого лучше не делать. А если, соответственно, если говорить о поддержании стандартов в этих сферах, да, в образовании, в здравоохранении, это потребует параллельного проведения определенных структурных реформ, которые позволили бы повысить эффективность использования средств. Тогда за счет роста эффективности мы могли бы скомпенсировать сокращение расходов, а может быть даже в итоге получить некий выигрыш, да, если бы рост эффективности превысил бы сокращение расходов. И в этом смысле, в общем-то, определенные структурные изменения, вот эти структурные реформы, которые идут пакетом с бюджетом, они как раз и направлены на улучшение ситуации, на то, чтобы повысить эффективность расходов и тем самым скомпенсировать снижение их в абсолютном выражении. С учетом того, что теперь из государственного бюджета будет финансироваться значительно большая часть пенсионных расходов, в сумме получается, что порядка трети расходов будет занимать, прошу прощения, даже больше, почти 40% будут занимать социальные и пенсионные расходы. То есть они растут с 27% в 2015 году до 39% в 2016 году, если будет выполнен этот бюджет. То есть бюджет становится очень-очень-очень социальным, но, в общем-то, этого не следует бояться. Почему? Потому что если мы действительно перекачиваем пенсионный фонд в государственный бюджет, это неизбежно. Да? Пенсии огромные, пенсионные обязательства никуда не денутся за год или два, и, соответственно, как только это происходит, мы получаем очень высокую долю пенсии и социальных расходов в бюджете. Да, если говорить о реформах, которые нужны для вот компенсации выпадения расходов на науку, там, образование, здравоохранение, то в первую очередь это оптимизация школьной сети, в частности путем закрытия вот этих неэффективных сельских школ, которые стоят дорого, дают очень некачественное образование, и реформирование устаревшей системы государственного заказа в вузах в сторону чего-то более современного, более эффективного. Да, если говорить о медицине, это автономизация медицинских
учреждений. Это реформа, о которой уже, на самом деле, говорят второй год, и реализация которой позволила бы им более лоббильно работать и, соответственно, эффективнее использовать средства. Кроме того, сокращаются расходы на обслуживание государственного долга. Это высвобождает 0,3% ВВП. Ну и, наконец, самый большой, на самом деле, объем экономии происходит за счет сокращения расходов на разнообразные центральные уровни исполнительной власти, агентства, министерства. За счет только одних министерств высвобождается порядка 0,5% ВВП. Это очень много. Например, на Министерство инфраструктуры расходы, по-моему, с 4,5 миллиардов сокращаются что-то до 700 миллионов. Но очень большие сокращения, там действительно большие. Ну, кроме того, наконец-то ликвидируется эта знаменитая дотация предприятиям угольной отрасли, которая так традиционно разворовывалась, которая все еще даже в этом 2015 году, она там почти миллиард была в ней. Если говорить о финансировании государственного бюджета, да, я думаю, может, Лена нам расскажет чуть больше об этом, но я только отмечу, что основной источник его — это чистое внешнее заимствование. Да, то есть мы в основном заимствуем из-за рубежа, мы заимствуем больше, чем погашаем, а если говорить о внутренних погашениях, наоборот, мы погашаем больше, чем заимствуем. Если приватизацию вспомнить, там, как обычно, стоит 17 миллиардов гривен, это такой традиционный показатель, его ставят из года в год, он никогда не выполняется. Ну, это такая уже добрая традиция. Ну, и если-то пару слов о вот этих дополнительных предложениях, да, вот этом структурном пакете реформ, которые должны усилить этот бюджет, да, сделать его более качественным, сделать его реформистским, это уже упомянутая легализация рынка азартных игр, это обязательство госпредприятиям пересчитывать больше прибыли в госбюджет, не менее 30% для унитарных предприятий, там, где 100% принадлежит государству. Это верификация социальных выплат, да, о чем уже говорилось, проверка пенсионеров, получателей социальных выплат на предмет того, есть ли они вообще, живы ли они, соответствуют ли они критериям получения этих выплат, то есть чтобы там не было коррупции, не было злоупотреблений. Это расширение и упорядочивание источников доходов для музеев, театров, библиотек, то есть культурных учреждений, которые позволят им, возможно, более автономно существовать, лучше себя обеспечивать самостоятельно. Это передача на местный уровень льгот и бесплатного питания в детских садах и школах, чтобы местные власти сами решали, стоит, нужно это им, не нужно, в каких объемах нужно, и сами за это платили, а не платил за это госбюджет. Передача на местный уровень ПТУ и вузов первого-второго уровня аккредитации, и тоже их будет финансировать практически полностью местные органы власти, только небольшая субвенция есть для вот вузов первого-второго уровня аккредитации. Ну, соответственно, здесь есть как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что, возможно, при таком подходе это техническое образование сможет быть более лучше подогнано к местным условиям, да, к каким-то местным отраслям и их потребностям. С другой стороны, в общем-то, есть риск исчезновения, конечно, части учреждений, если местные власти их не профинансируют. Это, ну, в общем-то, подход к реформе науки. Да, единым распорядителем бюджетных средств обозначена Национальная академия наук. И если будут при этом реализованы определенные нормы принятого недавно закона о науке, об аудите научных учреждений, то в принципе мы как бы постепенно подходим к, ну, более цивилизованной форме организации науки, когда это будет единая академия, единый распорядитель бюджетных средств. В рамках нее будут выброшены из нее лишние вот эти учреждения, которые ничего не делают, они как-то будут утилизированы. Да, и там останется более качественная и в рамках единой структуры научного учреждения. Предоставляется возможность, насколько я понимаю, в реализацию закона о государственной службе, возможность увеличивать зарплатный фонд в органах государственной власти сверх плана за счет поступлений специального фонда и за счет финансирования доноров. Да, это такая немножко костыль, который позволит поднять зарплаты хотя бы ключевым сотрудникам в госучреждениях. Но опять-таки это костыль, это еще не решение кардинальной проблемы, потому что кардинальное решение проблемы — это, в общем-то, просто нормальные зарплатные фонды в госучреждениях и нормальные штаты под эти зарплатные фонды. Наконец, и это очень важно, бюджет вводит, ну, в рамках вот этого пакета бюджетных реформ вводятся фискальные правила, которые ограничивают возможность раздувать расходы в течение года парламенту и органам власти. Например, изменять бюджет можно будет только при отклонении доходной части на 15% от плана, вверх либо вниз. Можно будет менять структуру расходов, но без увеличения их суммы, без изменения. Можно будет их уменьшать, увеличивать нельзя будет уменьшать. Можно будет увеличивать резервный фонд. То есть возможность вот так вот просто взять и в течение года там раздать какие-то хотелки вот туда, раздать какие-то социальные выплаты, раздать там что-то, бросить там себе на округ, как это депутаты любили делать, они теперь ограничиваются. И в принципе это должно существенно усилить бюджетный процесс и качество бюджетного планирования.
Кроме того, решения, которые влияют на дефицит, объем государственного долга и государственных гарантий, теперь сможет вносить только кабинет министров. Что тоже, в общем-то, позитивно, потому что за это должен отвечать именно кабинет министров, а не депутаты, которые фактически ответственности за это не несут. Но таким образом, если подсуммировать все, то есть это пакет, бюджет отличается от бюджета в предыдущих лет тем, что он не сверстан под копирку, это новый бюджет, он все-таки ребалансирован под определенные реформистские потребности, снижение налогов, снижение доли государства в ВВП. С ним идет пакетом определенные структурные реформы, которые способны увеличить эффективность использования государственных средств, улучшить качество бюджетного процесса. В принципе, он практически во всех своих частях проводит определенные реформы. То есть это бюджет реформистский, в отличие от бюджетов предыдущих лет, которые фактически просто воспроизводили один другой, там индексируясь на инфляцию, на рост ВВП. Этот бюджет реально проводит определенные реформы, это действительно пакет реформ. Безусловно, там наверняка есть что доводить до ума, но в принципе, конечно, хотелось бы, чтобы этот бюджет прошел и хотя бы вот основные вещи, которые были обозначены, позитивные в себе сохранил. Спасибо. Я бы хотела буквально более четко две вещи прояснить. Во-первых, мы говорим о том, что в бюджете все-таки заложен прогноз определенного роста. Вот давайте более четко резюмируем, вот что является драйверами этого небольшого роста. То есть помимо вот казино, помимо верификации пользователей льгот, что, по мнению экспертного сообщества, является этими драйверами, что вы в этом узрели? И сразу второй вопрос, чтобы мы просто дальше продолжили дискуссию, возможно, так или не, но вы определитесь. Бюджет этого года в рамках реформы децентрализации позволил местным бюджетам получить дополнительно 28 миллиардов гривен. Проводился ли анализ того, как использовались эти деньги, чтобы как-то какие-либо выводы сделать из этого анализа и оптимизировать использование этих средств в следующем году? Спасибо. Касательно, на самом деле, роста доходов и расходов бюджета, в принципе, если сравнивать его с планами на этот год, которые, наверное, будут немного недовыполнены, они как раз чуть-чуть снижаются. То есть доля ВВП прогнозируемого ВВП следующего года, вот этих планов бюджетных, они немножечко снижаются. Поэтому, безусловно, здесь могут быть определенные проблемы, потому что мы живем, в общем-то, в стране с волатильной экономикой, ведущей войну. Возможно, какие-то колебания, мы действительно можем там где-то недовыполнить, где-то это будет больше, чем мы ожидаем. Но если говорить о планировании, да, насколько это возможно планировать, в принципе, это нормально, здесь нету какого-то раздутия, там, каких-то шапкозакидательств или каких-то смелых планов на сборы больше, чем мы там собирали сейчас. Касательно децентрализации, я не уверен, наверняка какие-то исследования проводились, я с ними подробно не знаком, но я могу сказать следующее, как человек, который немножко с этим сталкивался, на самом деле не так уж важно, как они в этом году использовали эти средства, потому что наверняка первое время они будут, местные власти будут их использовать неэффективно, у них элементарно нету, они никогда этим не занимались, у них не было столько денег, у них низкие качества персонала, то есть все это должно прийти, появиться. Смысл как раз в том, чтобы эти деньги у них появились, у них появилась возможность создавать вот эти вот спроможности, этот capacity там внизу, распоряжаться деньгами, расходовать их, что-то делать. Да, смысл децентрализации не в том, чтобы они пытались соревноваться в эффективности с таким же, в принципе, неэффективным центральным уровнем исполнительной власти, а смысл в том, чтобы каждый из них самостоятельно распоряжался этим средством, и в процессе конкуренции и заимствования опыта друг друга они повышали эффективность их использования самостоятельно, эволюционно. То, чего не может сделать центральный бюджет, потому что его фактически можно только сверху реформировать и менять. Да, центральные органы власти, они едины, конкурировать им не с кем. Вот это Лена нам, наверное, расскажет, пусть, да. Да, но вопрос был именно про экономический рост. Да? В бюджете заложено на уровне 2%. Это на самом деле где-то близко к консенсусному, так сказать, сейчас на сегодняшний день прогнозу. Вот кто-то более консервативен, кто-то более оптимистичен. Но тут самое главное, что, конечно, мы не можем рассчитывать на быстрый рост в следующем году экономики, несмотря на очень глубокое падение, потому что у нас до сих пор не работающая банковская система, и она вряд ли будет драйвером этого экономического роста. Внешняя конъюнктура остается неблагоприятной, поэтому, 2% роста, если даже он не будет довыполнен, если там будет 1%, то сильно на бюджетные показатели это не влияет.
рассчитать. Важно, как будет расти номинальный ВВП. В данном случае он зависит не только от, как бы, от самого экономического роста, он зависит еще и от показателя инфляции. Вот, поэтому если мы будем говорить про номинальный ВВП, вот, рост реальный 2%, инфляция закладывается 12% на конец года, 14% средняя за год, поэтому мы получим, как бы, ну, в принципе, адекватную, как бы, номинальное увеличение ВВП. Вот, и я ответила на вопрос. В целом и в общем, да, но просто хотелось бы понимать, на какие бюджеты, это своего рода некая такая формализация общественного договора. И то есть из него становится понятным, как бы, на кого делается ставка, кто у нас в приоритете и кто, в общем-то, кто позволит, если не вытащить страну, ну, по крайней мере, держаться на плаву. Вот что, и дает ли этот проект бюджета ответ на этот вопрос? То есть какие у нас отрасли или какие сферы, какие сектора будут, скажем так, вот именно, ну, драйвер, наверное, не совсем корректное слово, но, скажем, какие сферы позволят нам удержаться на плаву? Ну, смотрите, мы не должны бюджет рассматривать с точки зрения там, стимула для экономики. Бюджет, ну, задача правительства не стоит в том, чтобы поддерживать какие-то конкретные сектора. Да? Мы уже проходили этот печальный опыт, когда мы поддерживали там, разные сектора в свое время, там, поддерживали и металлургию в том числе, и создали, в общем-то, экономику, которая теперь очень сильно зависит от цен на внешних сырьевых рынках. Она, как бы, очень волатильная, и, в общем-то, эта структура экономики себя не оправдала. Вот, поэтому мое глубокое убеждение, что задача государства в данном случае создать равные условия для всех, то есть чтобы все имели возможность развиваться. Сейчас мы выносим за скобки вопрос малого бизнеса здесь, потому что это то редкое исключение из правила, которое действительно, как бы, ну, во многих странах поддерживается, есть для этого обоснованные причины. Тут даже вопрос поддержки не с точки зрения давать им льготы, а с точки зрения, ну, простоты ведения этого малого бизнеса. То есть бюджет, опять же, не является, скажем, таким определяющим фактором в данном вопросе. Поэтому тут нужно смотреть на бюджет с точки зрения эффективности использования тех денег, которые мы с вами платим в качестве налогов. Да? Вот. Украинская экономика, да, с уровнем коррупции, который у нас есть, к сожалению, мы не можем себе позволить фискальный стимул, как это позволяли себе развитые страны во время кризиса. Вот. Поэтому, учитывая, что у нас, в принципе, уже дефицит бюджета был 10% ВВП еще не так давно, еще только в прошлом году, вот, то, конечно, еще давать дополнительный стимул экономике и с растущим долгом, с необходимостью реструктуризации, вот, это было бы сейчас необоснованно. Вот, ну, мы так, если я ответила на вопрос, мы можем, наверное, перейти к маленькой моей части по дефициту бюджета. Что бы я тут хотела, на чем акцентировать внимание? Да? То есть, я думаю, вы знаете основные цифры, что дефицит, как бы, государственного бюджета, он снижается, планируется его снизить с 4,1% ВВП в этом году с плана до 3,7% ВВП в следующем году. То есть в гривнах у нас дефицит немножко увеличится, но в процентах от ВВП он снизится. Вот. Почему это важно? В общем-то, это важно не потому, что так требует МВФ. Это нужно для страны. Вот. Почему? Потому что у нас, например, остаются очень высокие расходы на обслуживание долга. Вот эти расходы на обслуживание долга, они составляют больше, чем дефицит. Они в этом году по плану у нас было около 5% ВВП, а в следующем они вот планируются, наверное, 4,4. Да? То есть это означает, что нам нужен для стабильного, для устойчивого государственного долга, нам обязательно нужен так называемый первичный дефицит, первичный профицит. То есть если мы вычтем из общего дефицита вот эти все процентные платежи, у нас должен остаться плюс. В таком случае мы можем рассчитывать на то, что постепенно со временем долг ВВП у нас будет снижаться, и не будет опять вопросов дефолта и реструктуризации. Вот. Что еще важный момент в этом, как бы, в бюджете с точки зрения именно дефицита, это то, что есть такая большая часть, которая была очень важна, это квазифискальный дефицит, это Нафтогаз, это рекапитализация банков, это рекапитализация фонда гарантирования вкладов. Вот. И если мы сложим все эти цифры вместе, то вот в этом году у нас этот широкий так называемый дефицит, он был, планировался на уровень 10% ВВП. Какой по году
будет, мы увидим. Ну, как бы план был 10% ВВП. Так вот, на следующий год у нас план уже 4,4. Да? И в номинальном выражении он снижается практически с 200 миллиардов гривен до 100. То есть практически в два раза. Да? Что еще очень важно в данном вопросе? В том, что как бы создаются предпосылки для того, чтобы снижалась монетизация этого дефицита. Монетизация — это фактически печатание денег для финансирования дефицита бюджета. Мы знаем, каким негативным последствиям это приводит. В первую очередь это как бы давление на валюту. Поэтому создаются предпосылки для того, чтобы вот этот уровень монетизации был всего лишь 16%. То есть от 100 миллиардов общего нашего широкого дефицита, только 16 миллиардов планируется, что будет монетизировано Национальным банком. Это деньги, которые пойдут на фонд гарантирования вкладов, ну, то есть чтобы продолжить выплату вкладчиков банков, которые как бы выводятся с рынка. Вот для сравнения, в этом году у нас был 45% этот уровень монетизации, в прошлом году он был практически еще выше, больше 90%. Опять же, я говорю, создаются предпосылки, потому что какой будет на самом деле, насколько Нацбанк должен будет печатать средств, чтобы поддержать бюджет, очень много зависит от очень большого количества факторов. В первую очередь от того, получим ли мы от приватизации 17 миллиардов гривен, как того планируется. Да? Это не эмиссионные средства. Но, как показывает опыт, да, парламент не готов разблокировать приватизацию. Уже несколько раз проводились попытки принять необходимое законодательство, оно как бы не проходит. Второе важное условие, что мы должны получать финансирование от внешних кредиторов, от официальных кредиторов. Вот это финансирование недорогое. Основная причина, почему как бы нам сейчас оно нужно для бюджета, потому что это длинные и недорогие ресурсы. Хотя тут есть негативный фактор, что поскольку мы как бы замещаем внутренний долг внешним, то у нас и доля, вот валютная составляющая долга, она растет, и это как бы приводит к дальнейшим, как бы увеличивает риски в дальнейшем, если будет девальвация. Вот. Но тем не менее, других сейчас у нас другого выхода нет, потому что внутренний долг очень дорогой, и более того, ресурсов нету, да, только можно полагаться на Национальный банк. Вот. Поэтому как бы важно, чтобы вот, да, вот эти основы, которые в бюджете закладываются для снижения вот, монетизации, для увеличения, усиления независимости Национального банка, чтобы они воплощались в жизнь. Вот. Ну и как бы, наверное, ну, последний такой важный момент, я еще хотела сказать про стоимость обслуживания долга, что сейчас она у нас достаточно высокая, около 7% у нас средняя цена долга, среднюю ставку, которую мы платим. Поэтому вот это вот внешнее финансирование от официальных кредиторов, оно стоит там от 1% до 3% ставка. Вот оно нам необходимо для того, чтобы постепенно снижать эту стоимость обслуживания госдолга. С моей стороны все. Если есть вопросы, готова ответить. Я думаю, что к вопросам мы перейдем после. Я сейчас передаю слово Марии Рябко. Пожалуйста, Мария. Каждый из вас свой сегмент в проекте бюджета взял на себя. Я надеюсь, что вот благодаря именно такому подходу у нас сложится некое целостное восприятие того, что представляет собой этот документ и какие, ну, ключевые маяки он содержит. Прошу, Мария. У меня тут будет два слайда. Я посмотрела на этот бюджет с точки зрения мировой практики, как в мире страны подходили к реформе государственных финансов, какими были у них результаты, какими они пользовались подходами и принципами, и совпадают ли эти подходы и принципы с тем, что сейчас нам предлагается сделать в Украине, в частности, те принципы, которые мы видим в законе о бюджете. Институциональная составляющая реформы публичных финансов, она, в общем, состоит из трех вещей. Да, это фискальные правила. По успешной реформе в многих странах мы видим, что фискальные правила вводились везде. Это уменьшение стимулов к перерасходу средств и демотивация нецелевого использования этих средств. Позитивно, что мы видим это в украинском бюджете, вот эти самые фискальные правила, о которых говорил Паша, то есть расходы можно будет увеличивать только в случае роста доходов на 15%, запрет на пересмотр расходов
в сторону увеличения, только в сторону уменьшения, либо какого-то структурного перераспределения. То есть в этой части Украина пошла, в принципе, по тому пути, по которому шли другие страны. А вторая часть — это фискальная децентрализация. Это тоже то, что мы увидели в этом бюджете. Это расширение финансовых возможностей органов местного самоврядования. В данном случае их доля ВВП растет с 5,2% до 6,5%. Много это или мало, как бы вопрос открытый, и, может быть, имеет смысл децентрализация бюджета в еще, да, большем масштабе. То есть мы видим передачу некоторых функций в образовании на местные уровни, мы видим передачу льгот, там, в частности, еда в школах, в детских садиках, какие-то транспортные льготы на местные уровни. И почему это хорошо? Потому что на местах всегда людям виднее, да, как эффективнее расходовать эти средства. Там кому-то важен бесплатный проезд в трамвае, кому-то важны обеды для там сельских детей в сельской школе. Там, например, это какой-то, не знаю, единственный прием пищи, да, за день, который там они прилично могут получать, да, в каких-то депрессивных регионах. То есть это те вещи, в которых децентрализация приводит к росту эффективности затрат и к повышению качества государственных услуг. То есть, потому что, например, да, в селе люди могут прийти к главе сельрады, и они абсолютно точно знают, кто именно предоставляет им эти услуги, с кого именно требовать. Децентрализация дает возможность уйти от вот этого вот кивания на Киев, да, там это все Киев виноват, это не мы, а децентрализация дает возможность людям требовать качества государственных услуг от тех, кто их непосредственно предоставляет, соответственно, происходит некое повышение качества. Достаточно ли этот бюджет как бы дал возможность для децентрализации расходов? Ну, это вопрос, но, по крайней мере, мы видели шаги в нужном направлении. И третье, чего, к сожалению, мы не видим, по крайней мере, я не вижу, да, по последним обсуждениям, это наличие политического консенсуса, политической воли и некой всеобъемной, совокупной работы всего кабинета, всех министров, президента, премьера вместе над тем, чтобы сделать реформу государственных финансов наиболее эффективной, целевой, правильным способом и в правильном направлении, ориентированной на снижение доли государства, на экономический рост. То есть мы видим перипетии вокруг налогового кодекса, вокруг бюджета, мы видим министров, которые затягивают, да, какие-то реформы в собственных министерствах, и Минфин, который, в общем, пытается что-то сделать с расходами, с которыми вообще-то, по идее, да, должны что-то делать непосредственно сами министерства, там, предлагать реформу здравоохранения, реформа образования, верификация получателей социальной помощи. То есть это все должны делать, в принципе, министры, но у нас это пытается как-то сделать Минфин, консенсуса нету, политической воли нету. И в итоге это приводит также к отсутствию одного очень важного момента, это широкомасштабного социального диалога. То есть это то, что требуется сейчас, то, что сейчас на повестке дня, это все те ГО, которые обсуждают между собой, да, вот налоговый кодекс, бюджет и все остальное, а какого-то диалога с вовлечением в это представителей власти, который был бы реально эффективным и реально толковым, вот его мы не очень видим. И это та составляющая, которая, вот, на мой взгляд, она немножко упущена в текущем бюджетном и налоговом процессе. К чему пришли страны, которые шли по этому пути? Канада снизила госрасходы, долю госрасходов ВВП на 11%. На 11% пункта с 52% до 41%. Финляндия в 1995-2000 годах также провела реформу государственных расходов и получила снижение доли государства с 60% до 49%. Снизила долю госрасходов в ВВП Словакия, Литва, Нидерланды, Швеция. Реформы проводились на протяжении 5-8 лет, то есть это не было каким-то очень резким снижением в один год. И все эти реформы, они, в принципе, базировались на похожем достаточно подходе, но для иллюстрации я выбрала канадский пример. Основным вопросом в Канаде, когда они в 1994-2000 годах проводили реформу госфинансов, было не что сокращать в госрасходах, а что вообще оставлять.
То есть что, какая вот функция, да, конкретно функция государства, она проходила через такой круг тестов. Первый тест – это в интересах ли общества эта функция. Ну, как пример, там, не знаю, техосмотр автомобилей. В интересах ли он общества, важно ли это? Ну да, это важно, это там снижает какую-то аварийность. Второй тест, функция ли это государство? Нет, это не функция государства, потому что за свою безопасность отвечает там каждый водитель, да, и собственник автомобиля. Все вычеркиваем, нет этих затрат. Государство не участвует в этом. И дальше, да, можно ли передать какую-то государственную функцию не государственным органам? Неважно, это регистрация, лицензирование, еще что-то. Можно ли это передать? Если можно передать, передаем, вычеркиваем. А можно ли передать эту функцию на места, то есть децентрализовать? Будет ли смысл в том, чтобы это передать от государственного бюджета местному бюджету? Будет смысл, передаем. Не будет смысла, смотрим, как же можно повысить эффективность. Где-то можно ввести прозоро, где-то можно ввести какую-то компьютеризацию, еще каким-то образом повысить эффективность расходования средств. И в конце концов смотрим, хватает ли денег вообще у государства, да, вот исходя из бюджетного дефицита, исходя из планов по поступлению, хватает ли денег на все то, что осталось. И если денег не хватает, то возвращаемся на первый пункт и смотрим, какая же из государственных функций в наиболее, да, хорошо отвечает интересам общества и ее нужно дальше выполнять. В Канаде основными архитекторами вот этой вот реформы были именно министры и замы министров. То есть это не делалось на уровне там Министерства финансов, всех ходит и уговаривает сократить какие-то расходы, министры бегают от министра финансов, президент на это все смотрит и громадские суспильства широко открывают глаза, наблюдая за процессом. Это были министры и заместители министров, и они встречались в комитетах разного уровня, предлагая вот эти вот меры и методы. В общем, очень бы хотелось, чтобы в следующем году наше правительство тоже пошло по какому-то такому пути, введя вот такие единые, да, принципы проведения пересмотра государственных программ и функций. И пошло на открытый диалог с гражданским обществом. Чего достигли канадцы, вот это вот к вопросу об экономическом росте и о том, чего же можно вообще, да, достичь путем вот такого вот проведения грамотной политики и грамотного срезания расходов и, в принципе, управления, да, государственными финансами. Их госрасходы, публичные расходы сократились более чем на 10 пунктов процентов ВВП. Федеральный бюджет впервые за 28 лет стал профицитным. Впервые за 28 лет они получили профицит бюджета. Государственный, выросла занятость, реальный ВВП на душу населения вырос за эти годы на 20%, это довольно много. И государственный долг сократился с 70% ВВП в 1995-1996 до 30% ВВП в 2007-2008 годах. То есть это непосредственно итоги, конечно, не только, да, вот этой реформы госфинансов, но и в принципе ситуации, которая сложилась вокруг страны, как с точки зрения мировой конъюнктуры, так и с точки зрения ее работы там, с Соединенными Штатами, да, с какими-то другими. То есть это, в принципе, совокупность факторов. Но вот эта реформа госфинансов, она внесла очень большую свою часть, да, в это вот улучшение экономической ситуации. Можно только пожелать того, чтобы это произошло в Украине. Спасибо большое. У меня фактически, перед тем, как я перейду к вопросам из зала, чтобы не узурпировать право говорить в микрофон и задавать вопросы единолично, я бы хотела задать вам такой вопрос. И Павел, и Елена говорили о том, что с оговоркой, что бюджет предполагает, будет вноситься с пакетом структурных реформ. А если они не будут проголосованы, насколько завязка идет вот именно содержимого проекта бюджета на принятие решений? Потому что ряд проблемных вопросов, они, в общем-то, переходят с текущего года. И также в том году у нас была оговорка такая же, что у нас проект бюджета принимается с оговоркой, что у нас должны быть реформы. Насколько существенно эта привязка идет? И какой, если план Б в случае, если эти реформы не будут приняты? Ну,
Меня слышно, да? Я боюсь, что нет такого законопроекта, который не мог бы испортить украинский парламент, к сожалению. Но да, конечно, если, например, не пройдут нормы, которые позволяют провести верификацию, то она либо не будет проведена, либо ее проведение сильно осложнится. То же самое там с децентрализацией, да, допустим, вот этого профессионально-технического образования и вузов первого, второго уровня аккредитации. То же самое с фискальными правилами. Реализуется ли от этого проект бюджета? Ну, если он будет принят хотя бы сам вот базовый бюджет в том виде, все равно какие-то позитивные вещи будут. Все равно будет вот это перераспределение, снижение доли государства ВВП, улучшение структуры налоговых поступлений. То есть макроэкономические вещи, в принципе, если просто хотя бы примут бюджет и хоть какую-то часть налогового кодекса, там, ну, хотя бы ставки из него, да, то в принципе уже какие-то базовые вещи мы должны получить. Конечно, можно ухудшить все это, если не принимать реформ. Но в принципе, если не делать реформ, будет хуже 100% в этой сфере тоже. Благодарю. Есть ли вопросы, коллеги? Все, пожалуйста, представляйтесь. Я начну первым. Вячеслав Саданич, финансовый клуб. Такой вопрос. Сегодня Минфин просто на брифинге говорил, что они дали оценку, что в этом году госрасходы составят 53% от ВВП, а в следующем году их оценка 43%. Я не исключаю, что, возможно, они в своем докладе допустили ошибку, 53% это за 2014 год, но даже если это так, получается, что мы достигаем 10% пунктов снижения госрасходов за 2 года в сравнении с тем, что западные страны это делали за 8-10 лет. А есть ли какие-то риски для экономического роста в связи с более быстрым, чем в других странах мира, сокращение госрасходов? Ну, в данном случае, я думаю, скорее нет, хотя здесь есть разные точки зрения. Дело в том, что, во-первых, большой кусок этого снижения – это квазифискальные расходы, которые были по определению временными. Это проблемы с банками, которые нужно было рекапитализировать, проблемы заканчиваются, слава богу, больше туда денег тратить не надо. Это, наконец-то, решение проблемы с дефицитом нефтегаза, что, ну, однозначно позитивно, я думаю, на экономическом росте, на эффективности экономики, на энергоэффективности это скажется только позитивно, те реформы, которые позволили уйти от этого дефицита. Кроме того, ну, надо понимать, что наше государство гораздо менее эффективно, чем западное. Это дает определенный запас снижения просто за счет повышения эффективности, упразднения, устранения коррупции. Да? То есть, когда мы вводим прозоры, мы точно не роняем экономику. Мы просто убираем коррупцию, которая только мешает. Поэтому в этом смысле мы можем, я думаю, действовать быстрее, и я не думаю, что это будет проблема. Ну, на самом деле, там разные страны снижали свои расходы не только там на протяжении 80, да, но были случаи, когда реформа укладывалась в 3 года, были случаи, когда реформа укладывалась в 5 лет. То есть, в принципе, это достаточно индивидуально и зависит от того, какие именно расходы, кто как режет. То есть, если мы режем, вот то, что сказал Паша, да, там прозоры неэффективно, если режут какие-то откаты, да, это одно, если режут социалку, это другое. То есть, тут просто... Вот этот вот вариант, когда прогоняют расходы по тестам и понимают, что вот этот вот, вот эти расходы можно порезать, а вот эти вот нельзя, это вариант, который достаточно безопасен для реформы. А вариант, когда просто вот берут и сокращают все расходы пропорционально на 10%, этот вариант в любом государстве, какое бы оно ни было развитое, может привести к нехорошим последствиям. Панасик Александр, вопрос достаточно короткий. Удалось ли вам, ну, бюджет есть, цифры есть, можно на основании этого уже можно как-то это все в Excel разложить, посмотреть динамику за предыдущие годы. И, естественно, как бы, так как этот бюджет сформирован на новой налоговой базе, на редакции Минфиновского налогового кодекса, делали ли вы симуляцию, вот, какая будет доходная сторона, если будет принят, например, Верховной Рады редакция Южаниной налогового кодекса. То есть у вас есть показатели, да, и как это повлияет, какой дефицит будет, потому что слишком много стимуляций, спекуляция идет как раз о том, что там разрыв 100 миллиардов, 150 миллиардов или 50 миллиардов. То есть важно мнение эксперта в этой части тоже. Спасибо. Спасибо, Саш, за вопрос. Я, честно говоря, уже устал от этих симуляций кодекса Южанина. Ну, наверняка можно сказать, что там будет огромный разрыв, и мы не сможем принять этот бюджет, если мы сейчас примем кодекс Южанина с теми ставками, которые там содержатся. Насколько он будет велик, 140 миллиардов или 200 миллиардов, по-моему, 140 я уже не помню. Но суть в том, что, ну, мы просто не примем этот бюджет. Это нереально, это невозможно. То есть если мы будем принимать налоговый кодекс Южанина, как минимум эти ставки придется исправить в любом случае и без вариантов. Точно так же,
если мы пойдем по пути, когда мы не принимаем налоговый кодекс Минфина по какой-то причине, мы пойдем на нынешней налоговой базе, в принципе, все равно какие-то вещи из этого кодекса, повышение акцизов, да, может, какие-то вот вещи, связанные с НДФЛ, придется точечно принимать. То есть это можно, можно, наверное, и кодекс Южанина, но в любом случае, если мы хотим свести бюджет, нам придется вносить и туда изменения, которые сближали бы их с тем, что предлагает Минфин. То есть на самом деле диапазон вот этого выбора ставок, именно ставок, я говорю о ставках, не об администрировании, он достаточно небольшой, не настолько велик. И так или иначе мы должны где-то в пределах его выбирать. Да, можно, наверное, можно частично это менять, сдвигать куда-то можно, но кардинально я не вижу, как это можно там сходу изменить. Ну, разве что мы придумаем сейчас кардинально новую налоговую систему, но я боюсь, что это за 2 недели до Нового года плохая идея. Поэтому я думаю, что это где-то близко к тому, что предлагает Минфин, но мы, ну, маневрировать там тоже можно. Коллеги, есть ли вопрос? Спасибо, Виктор Скоршевский. По поводу квазифискальных расходов. Вы сказали, что проблема решена, но если посмотреть законопроект, там написано в законопроекте на следующий год, что, ну, во-первых, вы упомянули, по фонду гарантирования вкладов физических лиц предусмотрено 16 миллиардов гривен. Причем там такая редакция, что правительство имеет право увеличивать эту сумму в случае необходимости и выходить даже за рамки оговоренного дефицита. Там еще есть 2 статьи, которые тоже предусматривают возможность финансирования через выпуск ОВГЗ, также и нефтегаза, как и в этом году, также и рекапитализацию банков. Там просто не указаны суммы. Но статьи и возможности эти сохранились. Плюс то, что касается еще квазифискального дефицита, к озвученным 100 миллиардам гривен можно еще добавить еще 13,4 миллиарда гривен. Это так называемые доходы от конфискации имущества и средств, которые приобретены коррупционным путем. Вот такая сумма, 13,4 миллиарда гривен, предусмотрена в следующем году именно по этой статье. Ну, в этом году 1,5 миллиарда гривен насобирали, 7855 гривен 77 копеек приблизительно. Это что касается квазифискальных расходов и дефицита. То есть дефицит может быть намного больше. Потом, а теперь вопрос с другой тематики, вот по поводу фискальной децентрализации. Здесь говорилось не о ресурсах, которые дополнительно получают местные бюджеты, а о том, что льготы и прочие финансовые расходы передаются на местный уровень. Это без дополнительных средств, это не есть децентрализация. И как соотносится с объявленной фискальной децентрализацией то, что 25% от единого налога вот в следующем году планируется забирать в центральный бюджет. Ну, как мы помним, в прошлом году забрали 25% от местных бюджетов по НДФЛ, а НДФЛ, как мы знаем, является основным базисом дохода местных бюджетов. А теперь еще другого базисного налога 25% забирается в центр. То есть происходит централизация. Как это соотносится с децентрализацией? Спасибо. Ну, я думаю, что в условиях, когда доходы местных бюджетов растут на 40%, и они получают большой источник доходов за счет дополнительных возможностей налогообложения имущества, говорить о том, что фискальной децентрализации нет или они не получают дополнительных доходов, ну, нельзя. Я думаю, что оппозиционный блок не сможет рекламироваться на этой теме. Мне кажется, вам надо выбрать немножко другую. То есть они точно получают больше, чем на них спускаются. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. Касательно квазифискальных расходов, действительно, там есть эти возможности для Кабинета министров превышать суммы, которые обозначены в законе. Они, по-моему, были там каждый год, как эти квазифискальные расходы закладывались, но это не значит, что они будут превышены. Более того, и насколько я помню, в этом году они, по-моему, не добили по ряду из вот этих квазифискальных статей до плана. Я думаю, что Лена может... Да, ну абсолютно правильно Павел сказал, что, в общем-то, это каждый год так предполагалось, что эти суммы могут быть превышены. То есть они закладывались каждый год, и они иногда превышались. Но причина понятна, да, мы не можем сейчас сказать, сколько нужно конкретно будет средств фонду гарантирования вкладов. Сейчас есть какая-то оценка, она как бы хороша на сегодняшний момент, через 3 месяца ситуация может измениться, и тогда, чтобы не приходилось вносить изменения в бюджет для того, чтобы срочно людям выплатить деньги. Вот. Поэтому я как бы тут больших рисков не вижу, тем более, что вот в этом году действительно у нас сейчас идет большое недовыполнение, например, по рекапитализации банков. Да, вот на этот год закладывалась сумма 36,5 миллиардов гривен, да, сейчас по факту
банкам, одному банку выдали 3,8. Да? То есть огромное, да, огромное недофинансирование. С другой стороны, по фонду гарантирования вкладов есть переиспользование этих средств. То есть я как бы тут большой проблемы не вижу. Да? Главное, чтобы вот был как бы настрой эти суммы снижать. Вот меня, например, гораздо больше радует то, что «Нафтогаз» планируется, что в следующем году выйдет на нулевой дефицит. Да? Это та черная дыра, которая у нас как минимум с 2009 года, потому что 2009 года его просто никто не считал, вот, а с 2009 года она постоянно вытягивала средства из государственного бюджета. Да? И в 2014 году у нас дефицит «Нафтогаза» был 5%, больше, 5,5% ВВП, больше, чем дефицит всего сектора госуправления. Ну, это вот, огромнейшая проблема, и она, надеюсь, в следующем году, ее, как бы, наконец-то мы ее решим. Я благодарю. К сожалению, у нас уже время дискуссии подходит к концу. У вас будет возможность в неформальной обстановке еще пообщаться. Я думаю, у спикера найдется время. Я со своей стороны хочу поблагодарить вас за начало такой важной дискуссии, важной темы. И хочу сразу проанонсировать, что мы в дальнейших наших встречах, в дальнейших дискуссиях будем говорить о том, как будут финансироваться те сферы, которые важны для обычных людей. Это здравоохранение, это образование, это борьба с коррупцией, и люди должны получить четкое понимание того, как этот бюджет может изменить их жизнь. Я благодарю участников сегодняшней дискуссии и хочу сказать, что сегодня наша работа завершена. Следите